Если вы меня хорошо видите и слышите, поставьте, нажмите, пожалуйста, на огонек внизу экрана или поставьте любой знак в чате. Плюсик, например, или написать, что да, там слышно или нет, не слышно. Угу. Спасибо большое за обратную связь. Я вижу, что все в порядке у нас сегодня. Зовут меня Екатерина Дмитриевна, моя фамилия Зубкова. Я ведущий методист, математик, группа компании «Просвещение». Тема сегодняшняя у нас достаточно такая крупная. Я не думаю, что мы сегодня сможем абсолютно все методические аспекты введения темы прогрессии в школьный курс рассмотреть. Мы посмотрим только основные моменты. Если тема будет интересная, то всегда есть возможность ее продолжить. Может быть, с вашей помощью посмотреть какие-то прям отдельные моменты и рассмотреть конкретные отдельные задачи. А сегодня у нас как бы вот вводное такое мероприятие. Мы посмотрим в первую очередь, почему она актуальна именно в этом учебном году. Ну, я думаю, все учителя математики прекрасно понимают, почему именно в этом учебном году эта тема наиболее актуальна. Я думаю, вы следите за документами, которые выкладываются на портале Федерального института педагогических измерений, уже ознакомились с контрольно-измерительными материалами на 2021 год и увидели, что одним из изменений в контрольно-измерительный материал стало как раз включение задания на последовательности практико-ориентированного характера. Задание, на самом деле, для нас с вами знакомое, известное, потому что большинство из нас впервые увидели это задание весной 2019 года, когда узнали, ознакомились с моделью, с перспективной моделью контрольно-измерительных материалов. Эта перспективная модель не вошла, не стала основным контрольно-измерительным материалом, но задания там были некоторые достаточно интересные. Частично, постепенно задания из той перспективной модели начинают поступать в контрольно-измерительные материалы. Дальше больше, все больше будет заданий именно практико-ориентированного содержания. Я не удивлюсь, если в следующем учебном году, на 2022 год, включат задания на теорию вероятности, которых многие из нас опасаются. Ну вот, в принципе, вот это задание, которое теперь вместо 12-го и на 14-м месте находится, вот в контрольно-измерительном материале представлена эта задача на арифметическую прогрессию, оно, вот, это не стало такой большой трагедией и стрессом для учителей математики, я надеюсь на это. Почему? Потому что таких заданий в учебниках множество, в отличие там, от первых пяти заданий УГ, которые тоже вызывают у нас некоторый дискомфорт. Но вот такие задания есть. И мы сейчас немножечко посмотрим, где именно, в каких учебниках они есть, эти задания, и посмотрим вообще, какие у нас возможности уделять время задачам именно практико-ориентированного содержания. Ну, во-первых, самое главное, в принципе, задания на арифметическую и геометрическую прогрессию не должны у школьников непосредственно во время выполнения экзамена вызывать такие уж большие сложности. Почему? Потому что, во-первых, это тема 9 класса, она свежа еще в памяти у школьников, а во-вторых, весь необходимый справочный материал у них перед глазами. Главное, чтобы дети знали, что у них эта шпаргалочка есть, что они всегда могут ей воспользоваться. Все, что нужно для решения задачи, у них есть. В крайнем случае, если вдруг они отложили этот лист и вообще не знают, что у них будут справочные материалы, они должны это знать, то некоторые задачи можно решить просто простым перебором значений. Хотя это, конечно, нежелательно. Формула есть, тема эта изучается, и достаточно большое количество часов. Мы сейчас посмотрим по разным ОМК, по-разному. Ну, вот в частности, сейчас несколько основных учебников, я не стала перечислять все. Инна, простите, пожалуйста, за вопрос мне понять, что такое «где на экзамене». Вы, это о чем сейчас вопрос, где на экзамене? На УГЭ. На УГЭ, да, задание 14 теперь на последовательности практико-ориентированного содержания. Все необходимые формулы в справочных материалах у них есть. Если это об этом был вопрос, то, надеюсь, я ответила. Да, 9 класс. Посмотрите, я не стала здесь писать класс, потому что в основном арифметической, геометрической прогрессии вообще последовательности в таком уже серьезном виде изучается именно в 9 классе. Поэтому, так, Инна,
На экзамене, на основном государственном экзамене, я вернусь, простите, на слайд назад. Вот это скрин из справочных материалов математики, которые выдаются школьникам непосредственно на экзамене вместе с контрольно-измерительными материалами. Это только небольшой фрагмент. Вообще справочные материалы достаточно большие. Там и таблицы квадратов, и формула корней квадратного уравнения, и очень много формул по планиметрии. Очень много. То есть справочный материал очень большой. И вот видите, оказывается, у нас есть даже некоторые коллеги, которые не знают, что им эти шпаргалки дают. И я вот всегда вот за то, чтобы во второй половине 9 класса, когда вы пишете диагностические работы, репетиционные какие-то работы в школе, обязательно школьникам на парты, хотя бы одну на парту, справочные материалы класть и показывать, где там что есть. Это избежит, это поможет им избежать лишнего стресса на экзамены. Я всегда только за это. Пожалуйста, обращайте на это внимание. Справочные материалы есть. И достаточно большие. Им даже не нужно вот таких шпаргалок с собой на экзамен даже думать о том, чтобы их проносить. Этого достаточно для тех заданий, которые есть в экзамене. Нужно заучивать наизусть, именно нужно заучивать наизусть, обязательно. Но на экзамене может возникнуть стрессовая ситуация. Часто бывает такое, что что-то вдруг забыли, какой-то индекс, какую-то букву перепутали. И как раз для этого детям даются справочные материалы, потому что мы сами в момент стресса можем забыть, ну, простите, какой сегодня день недели и какое число. А что говорить о детях, для которых это первое серьезное испытание? Но мы сейчас с вами в основном, не об основном государственном экзамене говорим, вот, а именно об арифметической, геометрической прогрессии и вообще о последовательности, о теме последовательности. Да, Мария, возможно такой вариант выдавать на каждом уроке. Но вот как я делала, все-таки на самом деле в голове эти формулы все должны быть, ну, кроме, может быть, таблицы квадратов. А вот на последних занятиях, уже где-то во второй половине года, уже выдавать и самое главное, учить школьников пользоваться этим справочным материалом. Итак, основные, скажем так, разделы, выписки из рабочих программ по разным ОМК я здесь представила, просто для того, чтобы сравнить количество часов, которые по разным ОМК выделяются на последовательности. Посмотрите, вот это ОМК Дорофеева. Спор, там разные вопросы бывают по этим учебникам, кому-то он кажется достаточно сложным, но тем коллегам я тогда могу посоветовать ОМК «Сферы», тот же авторский коллектив, но более понятное для школьников изложение. Ну, собственно, это не важно, главное посмотреть, как это представлено, эта тема в рабочей программе. Посмотрите, оба варианта планирования. Если у вас 3 либо 4 часа в неделю алгебры, вам повезло, у вас 4 часа в неделю, то вы можете 24 часа потратить на изучение арифметической геометрической прогрессии. Обратите внимание, характеристика видов деятельности, она практически везде одна и та же, потому что это контрольные элементы содержания, контрольные требования, поэтому они по стандарту примерно одинаковые во всех учебниках, разумеется. Где-то вы увидите выделенные курсивом, это для углубленного изучения, для тех, кто хочет знать больше. Обратите внимание, ну вот иногда это касается, сейчас вот увидим в одном из фрагментов. Это Калягинский ОМК, посмотрите, здесь чуть меньше часов выделяется, но тем не менее все основные темы здесь представлены. Обратите внимание, здесь расписано именно по темам количество часов. Обязательно обобщающий урок, контрольная работа, а по некоторым ОМК контрольные работы даже две проводятся по этой теме. Обратите внимание, это ОМК Никольского, здесь в качестве дополнительного материала для углубленного изучения предлагается материал бесконечно убывающей геометрической прогрессии и метод математической индукции. Также эти темы можно использовать, например, для исследовательской работы школьников на школьных конференциях, например, потому что метод математической индукции достаточно интересная тема для школьников. Посмотрите, все здесь представлено. И, как вы видите, две контрольные работы на арифметическую прогрессию и на геометрическую прогрессию отдельно для того, чтобы лучше усвоить материал. В принципе, так, нестабильный интернет, сейчас, наверное, лучше ситуация. В принципе, вы можете составлять свою рабочую программу, если у вас один ОМК, например, основной, а вы хотите дать чуть больше или немного по-другому построить курс. Вы можете использовать разные учебники
для преподавания, например, разных тем, потому что где-то в каком-то учебнике одна тема может быть, на ваш взгляд, лучше раскрыта, в каком-то учебнике другая. Обычно у учителей бывает несколько учебников. Ну и вот обратите внимание, вот на этом я хотела бы остановиться. В рабочей программе УМК Макарычева, один из наших самых распространенных учебников, здесь вот так кратко представлено. Но на самом деле, если вы откроете учебник или если вы по нему работаете, то вы, разумеется, знаете, что там каждый пункт еще дополнен подпунктами. И там есть абсолютно все. И сумма, и последовательности отдельно рассматриваются, и сумма геометрическая. То есть абсолютно все там расписано, вплоть до задач на проценты. Все есть. Отдельно есть еще рабочая программа, тоже фрагмент на ОМК сферы. Здесь я не стала его показывать. Я покажу, может быть, вот отдельные, как показаны блоки заданий, именно практика ориентированного содержания. Обратите внимание, вот это Макарычевский учебник под редакцией Теляковского. Я прошу вас посмотреть внимательно на задание 616. Оно нам понадобится сегодня еще на нашем вебинаре. Мы увидимся еще с этой задачей. Вообще, в принципе, вот такая задача на фигурные числа, она во многих учебниках есть. Это очень интересная задача, ну вот вызывает интерес практически у всех школьников. Ну, красиво. Вот. А так, практикоориентированные задания, конечно, они не такие, как, которые используются в международных исследованиях, но тем не менее, смотрите, вот задача на движение, задача на связь с предметной областью физики. Кстати, многие задания в учебниках алгебры тесно связаны с предметной областью физика. Обратите внимание, задание на, вот смотрите, экономического содержания. В одном из вебинаров я рассматривала это задание. Смотрите, то есть это тоже все на последовательности прогрессии, как раз сюжетные, как раз практика ориентированного содержания. То есть в учебниках их вполне достаточно. Другой учебник, давайте посмотрим, как раз у МК сферы, я хотела на нем немножечко остановиться. Посмотрите, тут не просто даны задачи под заголовком «Математика вокруг нас», чтобы показать, где это используется непосредственно в реальной жизни. Но здесь даже сам материал подается в начале, когда объяснение материала на конкретном примере и на конкретных примерах из жизни. Вы тоже можете в этом убедиться, заглянув в учебник. И вот посмотрите 390-я задача. Если задачу ОГЭ в контрольно-измерительном материале в демо-вариант включили на девочку и приседание, вы помните, но мы ее разберем в самом конце нашего вебинара, то здесь посмотрите на спортсмена Игоря, который бегает, проводит тренировки по бегу, посмотрите. А в принципе то же самое, тоже такая же сюжетная задача и вполне понятная школьникам, потому что как раз 9 класс, как раз 14, 15, 16 лет, тот возраст, когда школьник начинает следить за собой и занимается здоровым образом жизни в том числе. А когда школьник решает задачи, близкие ему по духу, это для него лишняя мотивация, ну и он запоминает, как эти задачи решаются, и когда он сталкивается, встречается с ними на всевозможных диагностических работах, у него чуть меньше стресса, больше вариант успешного решения задачи. Ну, не буду сейчас много на этом останавливаться, вот геометрические прогрессии во всех учебниках, и вы это знаете, это существует. Кроме того, в рабочих тетрадях, дидактических материалах, в дополнительных сборниках, сборниках для решения олимпиадных задач. Там, кстати, очень любят задания именно на последовательности, потому что они, ну, интересны школьникам. Очень часто я слышала вот на вебинарах, на семинарах, вот именно по поводу темы прогрессии, почему все-таки школьники в настоящий момент, вы помните, что ОГЭ вот до этого года задание на последовательности было очень простым, вот просто на простое применение формулы, самым наипростейшим. Формулы в справочных материалах есть. Почему же все равно в них допускали ошибки? Говорили, что поскольку тема эта возникает только в 9 классе, а до этого школьники с этой темой никогда не сталкивались. Но на самом деле это не так. Совершенно не так, и мы сегодня в этом убедимся. Ну вот для начала, одну из задач, я полагаю, что, возможно, она у вас уже в копилке есть, потому что я эту задачу уже рассматривала, но поскольку сейчас она в тему, чтобы вам не смотреть по другим записям и не искать презентации, я решила все это собрать воедино. И вот этот фрагмент, даже если вы преподаете по другим учебникам, я думаю, что вы вполне, может быть, убрав
там, обложку и заголовок, вполне можете применить это на уроке решения вот этой задачи. Посмотрите, вот эта задача вполне, ну, не очень красиво звучит, пизоподобная, но вот вполне как для международных исследований. Почему? Потому что здесь текст достаточно такой большой, причем с историческим таким, с историческим направлением, потому что, ну, русские часы с кукушкой сейчас мало где увидишь. И картинка, иллюстрация к тексту. Вот это очень часто, очень распространенно именно в задачах, похожих на международное исследование ПИЗа. Смотрите. Итак, здесь часы с кукушкой, кукушка кукует каждый час и каждые полчаса. Ну, каждый час, понятно, по количеству часов, каждые полчаса один раз. И нам нужно узнать, сколько раз прокукует кукушка за сутки. И дальше я, коллеги, прекрасно понимаю, что решить эту задачу вам не составит никакого труда, но это именно как, ну, такой фрагмент разбора задачи, может быть, вы сможете это использовать на уроках, как вот такой дидактический материал. Смотрите, пример рассуждений. Вариантов решений может быть несколько. У любой задачи может быть несколько вариантов решений. Ну, вот, например, так. Порассуждаем. Первый час два раза, то есть в час и пол первого. Второй раз три раза, точно так же в половину второго и в два часа два раза, три раза получается. И так далее. В 12 часов, в 12 час кукушка издаст 13 сигналов. 13 раз она издаст сигнал. Смотрите, из этого делаем вывод. Посмотрите, вспоминаем формулу, необходимую нам суммы первых членов арифметической прогрессии. Мы видим, что первый член этой арифметической прогрессии равен 2, 12 член 13. Всего у нас 12 часов, то есть 12 членов этой данной арифметической прогрессии. Ну и все достаточно просто. Работа с формулой. Подставляем и находим количество за первую половину суток. Вот здесь очень важно именно умение работать с текстом. Некоторые школьники могут на этом остановиться, забыть, что в сутках у нас вообще-то 24 часа, что сейчас мы узнали только за половину суток. А у нас вопрос, сколько раз прокукует кукушка за сутки. То есть нужно анализировать, получил ответ и вернулся к вопросу задачи. Ответили на вопрос задачи или нет. То есть вывод 90 сигналов за половину суток, ну и значит за полные сутки, получается, кукушка прокукует 180 раз. Можно было другим способом. И очень интересно предложить школьникам как раз в качестве, может быть, домашнего задания попробовать решить задачу каким-либо другим способом. Дальше. Вот по поводу того, что с последовательностями школьники до 9 класса не работают. Вообще, если кто-то из вас в начальной школе, если кто-нибудь из ваших учеников, простите, в начальной школе учился, например, по программе Петерсон математики, то там, начиная с первого класса, да, даже не с первого класса, а с дошкольного обучения, я знаю, что там есть математика, просто мой собственный ребенок учился, занимался в детском саду по игралочке и раз ступеньки, два ступеньки по программе Петерсон. Так вот там с последовательностями дети, не школьники, дети сталкивались прям буквально с трехлетнего возраста. Сначала это были последовательности предметов какие-то в ряд, выстроенные прям с определенной закономерностью. В начальной школе добавились числовые последовательности, но это есть и в других учебниках математики тоже, просто без какой-то научной терминологии. И вот в пятом-шестом классе я просто привела один из примеров, а если мы откроем другие учебники, тот же самый Никольский, тот же самый Виленкин, какие бы учебники мы ни открыли, мы все равно можем встретить задания на различные задания на последовательности. Причем обратите внимание, вот здесь чем мне нравится ОМК Ткачевой, это 5-6 класс, теперь комплект ОМК Калягина стал полным, теперь с 5 по 11 класс, преемственность достигнута. Обратите внимание, Марья Владимировна Ткачева, это член авторского коллектива Калягина, она вот по запросам учителей сделала вот такой учебник, такие учебники для 5-6 класса. Обратите внимание, здесь есть задание с межпредметной направленностью, это очень важно сейчас, когда мы очень много говорим о формировании функциональной грамотности. Посмотрите, то есть здесь, а тем более еще, кстати, очень часто проводятся олимпиады, вы знаете, и по языкознанию, например, и по лингвистике, причем иногда задания лингвистические в рамках математических олимпиад тоже проводятся. Но здесь не лингвистика, разумеется, здесь именно языкознание. И вот, кстати, буквально недавно у меня
методист по русскому языку и литературе спрашивал, является ли русский алфавит математической последовательностью. Вот тоже вот такой интересный вопрос. Кстати, к вам, если у вас будут варианты ответа на этот вопрос, является ли алфавит, любой, не обязательно русский, там может быть английский, латинский алфавит, математической последовательностью, именно с точки зрения определения математической последовательности. Ну вот смотрите, задание записать слова именно так, как в той последовательности, в которой они встречаются в орфографическом словаре. Кстати, очень тесно связано это задание с информатикой, именно с той информатикой, которая работает с информацией, которая изучается в 5-6 классе. Дальше, посмотрите, мы можем увидеть здесь вот пара заданий здесь из 5 класса и одно задание из 6 класса, мы видим, какое задание здесь из 6 класса. Более того, мы здесь можем видеть уже некоторые задания именно на арифметическую последовательность, они здесь прослеживаются, и на геометрическую последовательность. Обратите внимание, их можно здесь увидеть. И, в принципе, ничего нам не мешает и в 5-м, и в 6-м классе как бы сделать шаг вперед и дать детям такое название. Может быть, они его и забудут, ничего страшного. Но вот сказать, а вот, ребята, в будущем вы будете дальше работать с такими последовательностями. Видите, здесь есть такая закономерность, дети ее сами нашли. И вот такие последовательности, где каждый следующий член равен предыдущему сложенному с одним и тем же числом, называется арифметической прогрессией. И детям интересно. И, может быть, потом они это вспомнят. Им для них это будет знакомо. И не так проблематично для запоминания. Это 5-6 класс. Также в 7-8 классе можно на каких-то на факультативных занятиях, на образовательных мероприятиях, на математических играх давать задания на последовательности, найти закономерность, продолжить последовательность. Детям это всегда бывает очень интересно. Так, вот Татьяна Карпова ответила на то, что на вопрос мой по поводу алфавита любого. Да, разумеется, это математическая последовательность. Мы помним, что ну, хоть у нас и не проставлены номера в алфавите, но там точно определен порядок, то есть каждая буква стоит на строго определенном месте, то есть можно сказать, что в принципе это пронумерованная последовательность. И имеет место, имеет значение то место, на котором находится буква. То есть это на самом деле важно. Так. И, кстати, это очень хорошо помогает при изучении темы последовательности в информатике в том числе. Так, и вот следующее задание я хотела разобрать. То есть, если, предположим, вам не хватает заданий, ну, в 7-8 класс в учебниках на последовательности, может быть, задание нужно еще поискать. В специальных разделах для тех, кто хочет знать больше. Но можно использовать дополнительные пособия. Сборники олимпиадных заданий. Очень часто именно в сборниках для олимпиадных заданий встречаются такие задания. Ну вот мое любимое пособие «Математика на каждый день», тренажер. Обратите внимание, такое задание можно дать в 6-м или в 7-м классе. Вот данный клуб, фирма, которая занимается ландшафтным дизайном. Реальная такая задача. В парке высаживаются цветы в форме круга. Изображены схемы посадки клубней тюльпанов для нескольких значений n, n количество кругов. Эту последовательность можно продолжить для любого числа n. Это не обязательно задание может быть на строго арифметическую или геометрическую прогрессию. Последовательность. Если мы в 6-7 классе будем решать такие задачи, разбирать, то потом хорошо перейти именно уже непосредственно к формулам и к научным терминам, и ну, вот, к реальным, серьезным таким уже заданиям, которые, кстати, продолжат и в 10-11 классе тоже. Смотрите, первое задание простое, от простого к сложному. Дается таблица, 4 строчки здесь уже, в принципе, заполнены. Нужно всего-навсего для 5 кругов определить количество клубней тюльпанов. Ну, вот это фигурные числа, о которых я уже немного говорила. Посмотрите, пожалуйста. Ну, вот мы для подсчета используем схемы на рисунке. Находим закономерность, предлагаем школьникам заполнить вот эту последнюю 5-ю строчку. Разумеется, они заполнили, и мы проверили, выведя правильное решение на слайд, или школьники сами себя проверили. Вот такие задания, кстати, очень хорошо давать при каких-то командных соревнованиях. Очень хорошо еще включать команду родителей вот в такие вот математические соревнования. Или в классе организовать работу в парах, например. Потому что в группе вот такие задания, ну, немного нестандартные, они решаются интереснее, увлекательнее. Так, следующее задание, посмотрите, пожалуйста. Вот здесь уже чуть сложнее, здесь уже работа с формулами. Но формула здесь дается, то есть закономерность задана уже формулой конкретной.
n количество кругов, и нам нужно просто ответить, сколько можно кругов получить, имея 169 клубней тюльпанов. Очень хороший, да, совершенно верно, Олеся Владимировна. Это Татьяна Федоровна Сергеева, функциональная грамотность, математика на каждый день, тренажер. Я очень часто использую это пособие и задачи из этого пособия, потому что мне очень нравится этот сборник задач. Там 40 задач на все случаи жизни, на все ситуации, которые перед нами возникают. Более того, они еще и тематические. То есть здесь можно, то есть именно по разделам математики ту или иную задачу можно разбирать именно в рамках изучения той или иной темы. Хотя иногда можно давать и независимо от изученной темы. Почему? Потому что в жизни иногда перед нами возникают проблемы неожиданно. На уроках, понимаете, школьники готовы, что вот раз им дали задачу, и родители тоже готовы, дали им домашние задания, они раз смотрят, ну вот мы такой теоретический материал проходили, значит, на эту тему и задачка. В жизни так не всегда бывает. Поэтому иногда вот задачи, в том числе из этого сборника, можно давать, не привязываясь к конкретной теме. Школьник сам вспоминает, догадывается, что именно, какие математические знания он может применить для решения проблемы, для ответа на вопрос. Так даже еще интереснее. Ну вот можно, например, и в рамках конкретной темы тоже. Это на ваше усмотрение, тут ваше творчество. Смотрите, ну а мы тем временем уже, наверное, школьники, предположим, уже решили задачу, и можно непосредственной проверкой, на слайде постепенно появляется один из вариантов решения, и со школьниками вместе мы проверяем, так они у них получилось или нет. Обратите внимание, здесь не просто какая-то конкретная ситуация, здесь еще и математика повторяется. Предположим, вы дали это задание в 7 классе. Посмотрите, в 7 классе школьник может решить такое уравнение вполне. Обратите внимание, каким образом. Один из способов, здесь несколько. Но вот один из способов для того, чтобы в 7 классе справиться с решением этого уравнения, это перенести слагаемое в левую часть, разложить по формуле сокращенного умножения, потому что самое главное не потерять корни именно в момент решения уравнения. Потом-то, может быть, этот корень и может и не понадобиться, потому что мы решаем конкретную задачу. Но уравнение должно быть решено верно. Да, спасибо за ответ, это правильно. Но просто вот в 7 классе можно решить задачу, где вот даже вот есть вот такое уравнение. Да, мы получаем два корня, и очевидно, поскольку речь идет о количестве кругов, то правильным решением здесь будет именно число 7, потому что отрицательное количество кругов, конечно, получиться не может. И вот один из моих любимых вопросов к этой задаче, ну, вопросов 3, найти зависимость между количеством клубней и числом рядов для треугольной клумбы, изображенной на рисунке. Я думаю, многие из вас узнали эту картинку. Более того, помните, когда мы рассматривали фрагменты из учебников, из задач учебников там Макарычева, например, по-моему, Макарычева был учебник, там была похожая картинка. Я еще попросила вас запомнить, что мы с этой задачей встретимся еще. Это треугольные числа, фигурные числа пифагорейцев. Вот, пожалуйста, можно, кстати, дать эту тему также для исследований школьников, для... Ну, если не проекта, потому что, ну, проект, в принципе, хотя почему бы и нет, вывести формулу для школьника, это тоже вполне себе продукт, будет являться продуктом. Ну, вот здесь, в принципе, ответ на этот вопрос известен, потому что про треугольные числа, ну, это очень распространенная задача в математике. Конечно, на уроках мы вряд ли ее рассматриваем прям в системе, но очень многие учителя, я знаю, дают такие задания школьникам, потому что, ну, это очень такая классическая задача. Треугольные числа, квадратные числа, то есть это бывает. И, в принципе, ответ, он может быть известен. Вдруг школьник занимается в олимпиадном кружке каком-то, и он может сразу выдать ответ просто потому, что знает ответ на этот вопрос. По-разному может выглядеть ответ, но это одна и та же запись одного и того же ответа. Но как можно порассуждать вместе со школьниками, если, предположим, он реально хочет понять, как это получилось, потому что, ну, все-таки сложно. 1, 1 плюс 2, 1 плюс 2 плюс 3. Ну, понятно, что здесь количество рядов и количество клубней – это сумма натуральных чисел от единицы до числа. Последнее число – это номер ряда как раз, количество рядов.
Как можно порассуждать? Ну, тоже стандартное рассуждение. Есть, конечно, математическое, алгебраическое рассуждение. Но если предположить, что это задание мы даем в седьмом классе, то одно из рассуждений следующее. Берем, например, десятый ряд. Мы уже нашли закономерность. Количество клубней в десятом ряду – это сумма натуральных чисел от 1 до 10. Запишем одной строчкой. Во вторую строчку запишем эту же сумму наоборот, меняем порядок слагаемых. Можно в таблице записать, просто мне кажется, так нагляднее. А можно просто записать в тетрадях клеточку именно в виде суммы. 1 плюс 2 плюс 3, а в второй строчке 10 плюс 9 плюс 8, именно строго друг под другом числа расположить. Следующее. Можно сложить почленно первую и вторую строчки. Мы получим в результате каждой суммы число 11. Посмотрите, везде получим 11. Сколько таких чисел 11 мы получили? Ну, понятно, что их 10. То есть, если мы 10 умножим на 11, мы получим общую сумму. А если разделим пополам, то как раз узнаем количество клубней в 10 ряду. То есть, это непосредственная проверка на конкретном количестве клубни, например, в 10 ряду. Ничего не мешает нам взять и проделать это, например, для 11, для 12, для 13 рядов. И мы увидим, что равенство, в принципе, будет, ну, примерно точно такая же закономерность будет наблюдаться. Именно поэтому мы можем перейти вот к той формуле, которая у нас и была вот на предыдущем слайде. Смотрите. Вот это есть и другой способ. Тут уже в 9 классе, если вернуться к этой задаче, можно рассмотреть, например, треугольные числа, квадратные числа, то есть четырехугольные, пятиугольные числа, можно так сделать, шести, посмотреть закономерность и уже связать это с темой арифметической прогрессии. Общий член и посмотреть, самое главное, найти здесь разность и увидеть закономерность именно вот между этими числами, треугольные, четырехугольные и так далее. То есть это достаточно интересно, может быть, и для, например, научно-исследовательской работы школьников. Ну, а следующее, ну, понятно, я еще раз подчеркну, что это вот из этого сборника моего любимого, ссылка прямая здесь на это пособие, мне очень нравится эта книга. И дальше, ну, я не буду сейчас ничего комментировать, это просто как бонус, как такая картинка, несколько слайдов, в которых показано решение вот этой задачи из ОГЭ. Я думаю, что вы уже ее решили со своими школьниками, но, может быть, вам пригодится, когда вы с нынешними восьмиклассниками в следующем году будете это задание разбирать. А так, я думаю, что вы наверняка, поскольку уже в сентябре был известен текст контрольно-измерительных материалов, я думаю, что вы это уже разобрали. Но, может быть, вам пригодится. Я это уже делала, и это есть в онлайн-уроке. На первом, на втором слайде есть ссылка на онлайн-урок для 9 класса, может быть, вы тоже сможете его использовать в своей работе. Там несколько заданий на арифметическую, геометрическую прогрессию разобрано. Ну, я не буду комментировать, это один из способов решения. Можно другим путем пойти. Самое главное помнить, что все формулы есть. Вот тут вот под картинкой с приседающей девочкой, это прям вот именно вырезка, скрин из справочных материалов ОГЭ. Ответ 50. Задача очень интересная и очень жизненная. Особенно сейчас, в настоящее время, это прям вот, мне кажется, очень актуально для школьников. Угу. Пожалуйста, обращайтесь с любыми вопросами, как на горячую линию. Группа компаний просвещения на этом слайде есть адрес горячей линии. Здесь есть мой электронный адрес, мой телефон, мой аккаунт в Инстаграм. Пожалуйста, можете тоже подписываться. В директ писать любые сообщения, ну, я имею в виду с вопросами по профессиональной деятельности, по какой-то, может быть, личные какие-то вопросы у вас есть, пожалуйста, обращайтесь. Я всегда готова ответить на любой вопрос. Сейчас я посмотрю, есть ли вопросы. На вкладке вопросов нет. Угу. Если будет интерес к этой теме, именно арифметической и геометрической прогрессии, и такие запросы будут у учителей, я смогу продолжить эту тему и рассмотреть конкретные, может быть, задачи. Если, может быть, у вас есть какие-то интересные задачи, которые вы хотели бы, чтобы мы разобрали, может быть, все вместе на вебинаре, пожалуйста, присылайте по адресу электронной почты. Я вам желаю успехов в вашем нелегком сейчас в это время труде, в период вот такой неблагополучной по здоровью обстановки. Желаю вам здоровья. Спасибо большое за вашу такую
обратную связь. И всего доброго, уважаемые коллеги. Сертификат, я думаю, вы скачали. И промокодом не забудьте воспользоваться. Все-таки 10% – это достаточно хорошая скидка. До свидания, до новых встреч, уважаемые коллеги. Очень рада была сегодня с вами пообщаться. Всего доброго.